Я работала как-то следователем и увидела, что ко мне на допрос оперативники привели людей. И среди этих людей были люди, которых я сомневалась, что он виновен. Но я должна была их задержать, то есть закрыть, и в дальнейшем требовать санкцию прокурора. Я отказалась это делать. Тогда мой начальник мой, вызвал меня и сказал: «Почему ты отказываешься? Может быть, они тебя чем-то заинтересовали?» Я ему сказала: «Извини, я не могу под сомнением, да, человека арестовывать, а потом он будет мучиться». И когда я пошла к прокурору, прокурор спросил у меня: «А вы почему-то постановление на одного написали, требуете арестовать, а второго не требуете. Почему?» Я сказала: «Потому что я сомневаюсь в его виновности». Честно говоря, если я дословно скажу, прокурор мне сказал так: «Ты что, дура?» Я сказала: «Да, дура. Лучше дура, чем я арестую человека». Меня зовут Айман Умарова, я адвокат.